Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Теплые денечки. Сейчас не успеешь оглянуться и придется уже надевать легкие платья. А у нас что? Правильно, пока еще весеннее обострение. Я смотрю, у тебя тоже уже обновление наступило, розовый цвет. И поэтому к твоим волосам подходит, правильно, зеленый. Какой классный костюмчик, а? Куда-куда? В таком да хоть куда. Представь, днем надела кроссовочки, хоп-хоп-хоп по городу, да? А вечером туфельки, и ты уже... Да не важно что, додумаешь сама, на какой машине. Смотри, какую красоту я нашла, а? Ну, как говорится, у умных людей мысли сходятся. Совсем скоро весна, лето, а значит, это сезон чего? Правильно, свадеб и выпускных. Куда отправляться за костюмчиком? В молодежный. Помнишь, как в известном голливудском фильме? Крошка, можешь не закрываться, у меня есть свой ключ. Твое хорошее настроение, мое хорошее настроение. А все почему? Потому что мы в молодежном. Ой, какая красота. Ну, хватит дурачиться, я тебя пригласила как независимого эксперта. Смотри, вот такое есть, еще вот в белом варианте. Тебе как? Вот это широкое? Ну да, тоже вариант. В занавесочке такой большой выбор кружева. Неужели тебе понравилось, а? Я удивлена. Ну, давай вот это возьмем, да? У тебя какое настроение? Ты еще девочка зима? Тогда специально для тебя. Смотри, какие снегири. Класс, да? Веселенькие, яркие. А, почувствовала весну? Какие расцветки, а? А у меня уже летнее настроение. Глянь, как веселенькое, да? Что ты уже видел? Не могла ты это видеть? Это новая счастливая коллекция. Вот сейчас куплю себе ее, и счастливая буду. Сколько ты уже не можешь свой диван продать? Полгода? Ты с ума сошла? Лови лайфхак от Жанны. Покупаешь гобелен, обтягиваешь диван, шьешь подушки, хочешь занавески, и все. Ничего продавать не надо, у тебя новый интерьер. Что? Не стоит благодарности. Я тебе так скажу, гобелен – это настоящее произведение искусства, которое прошло сквозь время и пространство. В настоящее время популярностью пользуются авангардные варианты оформления, но не теряет своей актуальности и цветочная тематика, в том числе, ты представляешь, в качестве обивочного материала. При всем при этом, это невероятно прочная ткань, долго не теряет своего первоначального вида, и цвет остается насыщенным. Слушай, я хочу кружево, портьерную ткань и хочу еще гобелены. Только боюсь, что у меня денег не хватит. Если что, у тебя есть заначка? Забыла. Моя любимая тема. Здесь же скидки. Посмотри, сколько красоты мы с тобой купили. Осталось это все донести. А что ты улыбаешься? На, держи.